Приветствую вас, друзья, с вами Вирус, и сегодня мы начнем наши шпионские делишки с прокачки нашего барабанщика. Все-таки, я считаю, ему нужно оружие сменить уже. Так, вот какое? Можно вот 7-12, он тоже хороший. Обнаруживает таланты у других участников группы, но, блин, я бы все-таки, наверное, пулеметик ему вкачал. Все-таки пулеметик, раз он круче вот этот, кадьяку, конечно, менять сейчас уже не буду. Ну, а вот тебе, почему бы и нет. Учись. Остальные, блин, ребята, я вам не сильно доверяю, я вас и прокачивать не буду, деньги тратить не буду. Сирока, вообще, я у тебя оружие же забрал, ты предательница. Я знаю, что ты предательница. Я знаю, что ты делала прошлой ночью. И тебе не доверяю. Вообще никак. Мастерская, в принципе, мы сейчас изучаем. О, и еще тогда изучим пламегаситель. Давайте. Тем более Биглет здесь, ему нечем заняться, он это делает быстрее. Пламегаситель мы изучим. А снайпер с глушителем, можно его тоже купить, в принципе, еще одного. Еще одного снайпера с глушителем, вместо дымовой. Иногда это будет даже полезней. Берем еще одного снайпера. Здесь мы строим. И, наконец, построим аналитический центр. У нас там что-то есть, но пока документы не собрались. В джекпот. Так что действуем спокойно. Лаборатория работает, физический центр, но скоро тут закончится. Все-таки нужно несколько ячеек, да, тут каждый час можно задолбаться их обкалывать. Так, ну, сорвали операцию и ладушки. Вот, кадьяк, смотрите, у него уже соточка. Есть такое дело. Индиго, тебя тоже сейчас обколем. Дальность перемещения, кстати, уменьшится у тебя. И очень сильно. Если кадьяк в этом плане как-то... У Индиго, наверное, перекрываются какие-то вещества. Блокируется. У нее, скорее всего, были вколоты другие. Здоровье-то увеличится. Все остальное вроде бы увеличивается. Но вот дальность перемещения у нее 8. А ей важно, чтобы у нее было, ну, большое вот это вот влияние передвижения. Чтобы она как можно дальше ходила. Жалко, не показано, какие препараты мы ему вкалывали. Там как оно? Совмещается, не совмещается. Моторика, офигеть, тут поднимется у него. Очков действия, восстановление внимания. А дыхание уменьшится. Не так значительно, конечно, уменьшится. А дыхание влияет на показатель брони и дальность перемещения. Хотя дальность перемещения, в принципе, не сильно упадет. Допустим, в данном случае. И здесь дыхание, показатель брони. А ну-ка, пока... дыхание здесь. Моторика. Да, дальность перемещения уменьшается прям сильно. Вот здесь моторика только уменьшается, и все. Ну, ладно, тебя пока... Хотя, а, у него, наверное, вот талант к физической подготовке, поэтому кадьяк как бы обкалывается нормально ему. Вот, некро можно. Тоже ей на пользу пойдет этот препаратик. Она же нам верная подруга. Ее обкалываем. 112, давай. 2 часа, и она дольше. У нее таланта нет к этим всяким веществам. Вообще, в перспективе получается... Индиго мы обкалывать сейчас не будем. Герой, ну ты тоже не особо расположен. А, вот они, смотрите, типа не соблюдены требования. Юка, Биглец. Вот Биглец, а ну-ка. Биглеца можно обколоть прям нормально, он будет хорошим пацаном. Блокируется. И смотрите, ему сейчас все, что не вкали, ему все будет на пользу практически. Вот здесь эро моторику будет уменьшать, но МП нужно. Ну, посмотрим. Ладно, беглецом потом разберемся. Сейчас нам еще нужно спасать. Будет агента. Цезарь, убийство информатора. Пауза. Пока что пауза. Здесь у нас разбежались. Здесь из Майами... Перебросим. У нас 3 группы в Америке действуют.
У нас уже Ближний Восток тут не сильно задействован. Опять Дубровник, Дубровник, Дубровник. Из Ленинграда можно перебросить. Из Ленинграда давайте перебросим вот сюда. Отправим, кто у нас в Ленинграде сидит. Чудило, переместись, в паре будете работать. Работаете в паре. Вот так вот, некро. Отлично, поработали. Пока что ставим паузу и смотрим здесь. Кто пойдет? Конечно же, Кадьяк. Индиго использует маскировку. И беглец, в принципе, можно тебя, да, взять. Чтоб ты качался. Барабан все равно обучается сейчас. Только оборудование, вот здесь я тебе аптечку дам. И броник я тебе сменю. Ну, пусть потяжелее будет броник. Но все равно не палевный. Такой беспалевный броник. А тебе глушитель единственный момент нужен. Подожди. Сейчас я тебе достану. У героя сниму. Вообще у героя мы все сейчас уберем. На всякий случай. Герой. Ты, блин, собака такая ненадежная. Еще тоже окажешься предателем. Потом охоться на твои приблуды. Вот некро я доверяю. Барабану доверяю. Беглецу доверяю. Я тебе не доверяю. Ставим здесь глушитель, а здесь обойму. Вот так вот, отлично. Прям замечательно. Мы зайдем. И освободим еще одного агента. А, у меня глушитель пока и не сделали. Точнее, снайперку с глушителем. Ну и все. Значит, оставляем так. Агенты заговора. Не забывайте, что оружие агентам нужно выбирать, исходя из их мастерства. Да, не забываю. Я вон качаю специально пулеметы, кадьяку качал. Хотя РП по факту патронов больше, но урона чуть меньше, чем следующий. А можем высаживаться пофигу где, по большому счету. Нас не спалят сразу с порога. Давайте вот здесь. Здесь хотя бы ящик сразу. Прям рядом. А где соп... Ага, и вот он. Мозг. Мега-мозг. И здесь один гражданский есть. Ну вот, вы на пару можете и заняться этим, в принципе, почему бы и нет. А второй этаж есть где-то? Есть, кстати говоря, второй этаж. Но он без окон практически, без дверей. А, ну это второй этаж такой. Так себе, второй этаж. Можно с вот этой стороны разместить. Это у нас север. А дымовуху? Я дымовуху отключил, блин, накосячил. Когда проверял, снайпер есть, нет. Ладно, пофигу. О, на этой карте, по-моему, я как-то действовал. Я появлялся только вот здесь. Да, что-то такое было. Ну ладно, в этот раз здесь появимся. Тоже контейнеры, я вспомнил до здания. Несколько уровневое. О, что-то новое. Такого строения я не помню, когда мы приезжали на задание. Я понял, только почему он здесь, если покушение на него готовится, почему он в наручниках? Ну тут не покушение, тут нужно, его схватили и пытают. А наемный убийца где? Вот он вот здесь, отлично, агента мы знаем. Индиго переодевшись, но она просто как бы... О, через окно здесь нельзя? Ну ладно. Здесь же, я надеюсь, никого нет? Да, никого нет. Никто не палит, собираем. Отлично, Кадьяк. Нам убивать в этот раз никого особо не нужно. Так что спокойно подходим к этой комнате. Кадьяк сюда. Беглец, дружище. Ты тоже двигайся. Тебя я прокачаю, не переживай. Ты пацан верный, так что я тебя не брошу. Потому что ты хороший. Хорошо, что я трубу хоть не выключил. Дымовуха-то, я надеюсь, и не пригодится, в плане, что мы провернем все идеально. Все будет тип-топ очень хорошо. Так, еще одна некро там. И в юбке. Некро в юбке. 103. Черпак. Вырубить ее сможем, если что, без проблем. Все будет тип-топ очень хорошо.
Здесь пулеметчик. Сейчас с другой стороны, если зайдет. Убивать не будем. Я бы на самом деле прорыв использовал. Но там гражданское лицо. Соответственно, лучше их не убивать. Я вообще против этого. Я в операциях здесь против таких мер. Блин, гражданское лицо там стоит. Неудобно. Давайте дверку откроем. Оп. Чтоб, если что, понимать. Спалит он там, нас не спалит. Здесь больше предметиков никаких нет. Значит, шурую вот сюда. Вот здесь будет группа, наверное. В прошлый раз, по крайней мере, была точно. Группа штурмовичков. И там какой-то лут еще лежал вот здесь. Вот, да, даже лут здесь еще лежит. А вот здесь только тогда был лут. Его сейчас нет. Так, подходи, беглец. Дверку открывай. Тут был один момент, когда их можно вырубить, но тогда еще не подошли. Но стоим, ждем. Стоим, ждем. При этом, когда надо будет заходить, дверку закроем. Чтоб снаружи нас никто не палил. Индиго, заходи на первый этаж. Ну вот они, да. Хотя нет, здесь один в этот раз боевичок. Здесь гражданское лицо есть. Ну и ждем, когда они станут правильным, красивым. О, может гражданское лицо отвлечь? Хотя нет, но нужно вырубить со спины подойти. Так, аккуратно. Нужно аккуратно подойти и вырубить. Вот они сейчас разойдутся, и можно будет все это провернуть красиво. Отлично. Опа, а ты ходишь, да, здесь? Ты здесь передвигаешься, и внизу можешь спалить еще нас. Окей, я учту. Ну, камеру здесь мы можем отключить. Точнее, не камеры, а вот эти вот лучи, чтобы до документов добраться. Ну и на следующий ход мы заходим вот сюда. Да, отлично, она втыкает на лампу, что-то там смотрит на ней. Гражданское лицо тоже отходит поближе к шкафу. Мы дверки закрываем. И за закрытыми дверями в каморке актового зала. Так, давай, давай вот так вот. О, так, отлично. Ты вырубай. Есть контакт. И Кадьяк тоже аккуратненько так заходит и вырубает. Главное, дверку за собой закрой. А остальное все ерунда. Замечательно. Документ фоткаем. И мегамозга освобождаем. Там очки стрельбы нужны. Ну, подойди тогда пока. Пока подготовься его освобождать. Разогрейся. Так, агент здесь. Спалить я его не могу трубой. Трубой я его спалить не могу. Но я могу вот сюда пройти сразу, кстати. Главное, чтобы он нас только не видел. А ну-ка, давайте аккуратно. Где он здесь? Чтоб вдруг он смотрит в эту сторону как раз. Тут кто-то из гражданских стоит. Давай вот сюда. Так, я его видел, но она вроде не сюда, агент смотрит. Ну, да, она не в эту сторону, она вниз. Нормально. Нормально. Агента можем вынести, на самом деле. Неплохой агент по ХП вроде. И, по идее, у меня еще одна ячейка свободная по обработке сейчас.
Так что можем без проблем оформить. Да подожди, освобождай. Отлично. Важное лицо освобождено. Приготовьтесь покинуть зону. Наверное, эвакуироваться все-таки будем не здесь, а вот тут. Аккуратненько попытаемся пройти. Мозг, но ты будешь палевным в любом случае. Поэтому нужно как-то очень аккуратно продумать пути отступления. Блин, сейчас беглеца могут спалить. А, хорошо, что здесь лицом никто не стоял. А так-то могли бы спалить его запросто. Вот тут он пробежать попытается, мозг. Пока патрули будут щелкать. Здесь выключаем. Тут гражданский стоит. Но он ничего не видит. Есть, лучи выключили. Шкафчики поковырялись практически уже. Полицай ушел. Мы сейчас эпичненько так все сделаем, аккуратно. Ну, со временем приходит как-то. Ты уже понимаешь, чувствуешь, где, что, как, зачем, почему. Да, полицейские уходят, гражданские не палят, так что этого типа можно уже начинать вести. По способностям, а ну-ка, мозг, подожди. Мегамозг. У тебя есть усиление. А сейчас, если использовать это усиление... Да, блин, это кадьяка усиление. Подожди, мне мегамозг нужен. Не, у тебя нет усиления никакого. Беглец, беглец, беглец. Беглец аккуратненько заходит вот сюда. Кадьяк, пока просто пали фишку. Ну и Индиго. Так, а это агент здесь палец стоит. Ну, выходим. Сейчас мы ее сами пропалим. Она никуда не собирается больше идти. То есть она здесь и будет стоять? Ну ладно, раз она пока стоит здесь, мы пойдем документ соберем. И сейф здесь есть все-таки. По идее, нам его только и обчистить осталось, да. Так, мегамозг, все, ты, по сути, в безопасной зоне. Там тебя никто не должен спалить. Ну, а кадьяк может выдвигаться сюда. Да что ж такое, что я не могу на нее клацнуть? Что ты делаешь? Ой, ну давай вот так. Ладно. Так, со второго этажа здесь... А как... Как? Ну тут в окно только, чтобы спалить со второго этажа. Нам нужно вот эту комнату в идеале зачистить. Чтобы мы могли тело вынести. Потому что вот здесь я спуститься смогу без палева. Так что беглец, давай вот сюда. И потом кадьяк тоже туда отправится. Индиго, ну нужно вырубить ее. Вот, теперь нормально выделилось. Тревоги никто не поднимет. Хотя вот здесь есть парочка бойцов. Я же надеюсь, они будут стоять. Ну, этот уйдет в другую сторону, нормально. Потом мы ее перенесем в комнатку. Есть контакт. Подними. Эту комнату можно зачистить будет. Попробовать, по крайней мере. Эффективно. Как раз, чтобы прокачался
наш новый герой. Но только камеры нужно отключить. А где камера еще отключается? Вот здесь. Ну, значит, уносим тушку в эту комнату. Бросаем ее здесь, идем отключать камеры. И там штурманем. Там-то уже точно можно штурмануть спокойно. Угу, гражданское лицо, вот оно. Больше здесь никого не было. На следующий ход можно будет проворачивать. Они как раз никуда не походят. Будет стоять вот так вот идеально просто стоять. Так, тушку относи. Эту тушку еще стабилизировать в идеале тогда надо. По-хорошему. Давай, бросай тушку. А ну-ка, а сейчас снайпером. Ну нет. Нет, нет, нет. В комнате там двоих. Хотя, может, и получится. Стабилизируй. Снайпер на самом деле вот здесь. Блин, не достанет. Он по прямой же стреляет по дурацкой системе. Все-таки снайпер здесь по дурацкой системе стреляет. Только вот так вот ровненько может. Если дверь открыть, он их уберет. То есть я думал, если этот отойдет, втыкает, снайпер убивает. Можно на самом деле... Ну ладно, не буду, не буду. Чтоб прокачался наш беглец посерьезней. Мы именно будем проворачивать тогда вот такую тему. Все, дверку закрывай. Получай приказ. Вырубить. Есть контакт, и Кадьяк вырубает гражданского. Блин, отвлечь-то не то, подожди. Вот, вырубить. А у тебя... Как так? Почему ты его не можешь вырубить? А, у тебя... Блин, это на этом же ходу. Ёлки-палки, я что-то тупанул. Я думал, уже ход сдал. Не, нормально. Я думаю, что он не может дать? Блин, а тут камеры, их нужно отключить. Ладно, может быть, через комнатку проскочим. Здесь как раз никого нет. Отлично. Здесь как раз никого нет. В прошлый раз тут ошивались гражданские в этих комнатах. И в этой, и там, по-моему. Мозг. Ну давай мозг вот сюда. Гражданский также стоит, ждет, поэтому вырубаю. Отлично, замечательно. Who is it? Беглец. Не на запрещенной территории. А подходишь к камерам, которые, ну, тебя... Не узнают, здесь незапрещенная еще территория считается, так что все нормально. Открывай дверь. Вот я могу снайпером, в принципе, этого парня снять, но они друг друга палят. То есть они друг друга палят, они поднимут тревогу, если что, вдруг. Лучше пока пойду камеру отключу. Идем просто отключать камеру. О, вот он еще документ. В сейфе, значит, документа не будет, там просто плюшечка. Вот сейчас тоже снайпер может убрать этого парня, но его он палит также. Понятное дело, прям перед ним. Камеры, камеры, камеры. Никто вроде бы не видит, но на всякий случай подойди сначала просто. Да, никто не видит, выключай. Замечательно, все камеры выключены. А ну-ка, Кадьяк. А как ты вот сюда? Ага, ты...
Ну, интересная система. В принципе, ну, лучше наверняка вот сюда. Сейчас проверим, с одной двери могут ли на штурм двое заходить. Ты, парень, стой здесь. Эвакуацию сейчас вызовем. Ты-то быстро до нее доберешься. Либо если с оружием в лицо входить, то тоже могут, наверное, поднять тревогу. Либо не успеют. Сейчас посмотрим. Так, ждать следующего хода не будем, пока он отойдет. Сделаем вот таким вот образом. Ты можешь отвлекать. Не-не-не, какой снайпер гражданского. Хотя можно было бы отвлечь, кстати, да, как вариант. И снайпером с глушителем убрать. Как вариант тоже вполне возможно. И на следующий ход посмотрим. Сюда поднимается Кадьяк. У нас тут на лестничной площадочке просто небольшое совещание. Вы, ребятки, ничего не подумайте. Два мужика просто стоят, разговаривают. Прямо у вас под дверью. По идее, на лестницу, на которую тоже им нельзя подниматься. Раз в комнату вы тут зайти нельзя, то на лестницу тоже. Хотя, ну просто зашли посидеть, там, покурить, вон, типа... Что-то там в ухе ковыряется беглец. Ну, все нормально. Все типа нормально. А ну-ка, прорыв. Трое, да, могут в одну дверь войти. Все. Все могут войти в одну дверь. Индиго использует пистолет. У Индиго будет цель этот парень. Кадьяк, ты, наверное, тоже убивай его. А беглец, на тебя возлагается самая сложная задача. Ты должен убить его одного. Погнали. Во! Эта тетка даже не успела залезть. Они вдвоем все разобрали сами. Так, беглец, давай. Последний лут собирай. Тяжелая броня очередная, которая с шлемом, блин, обалденная. И мы сваливаем. Оружие прячь. Все правильно. Пулеметик так. Сложил и спрятал. Молодец. Ну и беглец далеко не сможет сейчас ходить. Но вышел из запретной территории. Сейчас машинка подъедет, и мы идеальненько свалили с новым агентом, мегамозгом. Мегамозг, мегамозг. Индиго сюда. Кадьяк тоже. Расчищай путь. Бегом. Ну и мегамозг, ты тоже уже выходи. Тем более мы камеры отключили. Все. Так, беглец, я надеюсь, ты дотягиваешься. Блин, он как Кадьяк повторяет его путь. И тебе ускорение нельзя. У тебя ускорения нет. Жаль. Ладно. Тебе, беглец, еще каких-нибудь препаратов прописать, и ты вообще будешь боец, что надо. Ну и опыт. Конечно же, опыт. Все, эвакуируемся. Идеально. Все собрали. Блин, идеально. Идеально-то идеально, но я труп забыл забрать. Я агента забыл забрать. Ладно, пес с ней.
Промывание мозгов прошло неплохо. Во всяком случае, Тайпен выжил. Мы его отпустили. Он не расскажет об этом своим боссам. Отлично понимаем, что иначе ему конец. Отлично понимает, точнее, что иначе ему конец. Вместо этого он притворится, будто ничего не произошло. Впрочем, он вообще вряд ли вспомнит всю эту процедуру. Мы предполагаем, что первые отчеты пойдут довольно скоро. Но пока нет отчетов. Да, агента то, что я не вытащил, это... Блин, еще одна ячейка с заговором. Да вы достались ячейками. 100 пулемет кайфовый нам дали. И броник. Отчетов вон подкинули. Новое обучение у мозга. Какой ты мозг в очочках. Модный. Модный дядька ты. Мозг. А что у тебя вообще по оружию, мозг? Ну, неплохое у тебя оружие. В принципе, ты и по очкам неплохой. Только оружие я у тебя частично конфискую. Мало ли что. И у тебя даже 4-й уровень есть. То есть, поэтому у тебя тут, смотрите, какое оружие есть. Еще пулеметы круче и круче будут. Ну, кадьяку уже, наверное, вот эти пулеметы будем качать, улучшать, если только когда откроется возможность. Именно эти пулеметики будем ему давать. Именно эти пулеметики. Так, в Мюнхене ячейка, говорите? Собаки, блин. Сплошные ячейки расплодили здесь. А, ну что? Кадьяк. Индиго. Или барабан. А, барабан учится сейчас. А барабан на обучение. Беглец, ну тогда давай. Будешь обучаться. Если что. Хотя нет, нужно было вот сюда их лучше отправить. Тогда уже. Ну сейчас проведете там разведку и пойдете. В Мадриде нам никто не нужен. На самом деле. Поэтому из Мадрида Локи перебрасываем и мозга тоже. Вот сюда, в Африку. Здесь информатор. И теперь мы на тактическую разведку вас отправляем сюда. Замечательно. Хотя вот здесь же я еще одного агента в Мадрид перебросил. Этот агент чудило здесь. Чудит. Отправить агентов. Героя я могу отправить на самом деле. Почему бы и нет? У героя я забрал большую часть. Героя можно отправить, ну куда? Вот сюда, в Кабул, например. Смотрите. Можно отправить сюда и героя. И как раз чудилу. Перемещаем. А ну-ка, центр физической подготовки. Тебе ничего прописывать не будем. Тебе тоже ничего прописывать не будем. Веснушка изготовления предметов. Вот дух тоже. Потенциальный вроде бы наркоман. Хороший, но в свое время он спалился, и я его посадил, как производить бабки, так и производит он их. Так, ну хотя бы угрозу не увеличивает новая ячейка. Это уже радует. А по документам у нас что, есть там дела? Но есть одно потенциальное дело, которое, возможно, мы сейчас сможем раскрыть. Возможно, вот давайте в Риге посмотрим, что нам откроют. Снайпер с глушителем, отлично. Допросы требуют меньше времени и денег, замечательно. Удостоверение, процедура шифрования, гамбит. Давайте гамбит вкачаем. Потом уже физические там всякие центры будем расширять. А новый потенциальный агент. А ну-ка. Какого уровня? 6-го. В принципе, ничего такого сверхъестественного. Переехать, если что, мы можем куда? Мадрид и в Баку. Мадрид будет сильно раскрытый, а Баку чуть получше ситуация. Так, все, в Мюнхене мы разведку провели, агенты... Ну вот, мы знаем, что там 3 агента будет, и причем ТИК, одна из наших. Известная обработка.
что-то она мне раньше не доложила об этом. Но знаем за то, что тут точно три агента. 100%. 100% три агента. Допрос. Вот, еще допрос сейчас закончится. Гамбит. А ну-ка, гамбит, гамбит. Лазарет. Это фигня. Получение секретных. Еще одна. Пристройка в центре физической подготовки. Причем это дешевле. Получается, это новая. Поэтому лучше ее прокачать. И потом уже датчики будем, наверное, какие-то качать. У меня агентов сейчас нет. Вот фонаря мы обработаем и все. Гамбит, вот. Обработайте агента, и он присоединится к вам, когда начнется бой с противником. Гамбит, гамбит. Но он может сразу, да, то есть, типа, если кодовую фразу не успею сказать, он спалит. А так он якобы сразу присоединится, гамбит этот. А тут он присоединится, тут дешевле, смотрите, получается гамбит. Но я фонарем не хочу просто рисковать. Я на другом каком-нибудь испробую эту тему. А кодовая фраза... присоединиться к вам, когда начнется бой с противником. Кодовая фраза все-таки, мне кажется, намного-намного круче. Перевербовка 3000, но это получается сразу его мы завербуем. Кодовая фраза нужно будет еще освободить, найти, и потом он присоединится. И сбежать с ним. Ну ничего, ничего, ничего. Сейчас допрос закончится, и все будет тип-топ. А, чертеж производства ядовитый газ. Ух ты, какая тема интересная. А ну-ка, ядовитый газ, давайте хотя бы один сделаем. Веснушка, ну пофигу. Долго будешь производить. Ядовитый газ возьмем хоть один. В прошлый раз дым нас спас, конечно. Снайперские винтовки — это тема. Газ тоже интересный. Какой-то такой вариант развития событий. Веснушка занята. Все здесь хорошо. Производство. Единственный момент, сейчас угроза растет же. Лаборатория. Нам с фонарем нужно поработать. Кодовая фраза. Вот так вот. И у тебя что, перхи сгорели? Или они неизвестные перхи? Просто у тебя было много перков. Будет обидно, если ты все потеряла. Хотя пофигу на тебя, на самом деле, я тебя просто из принципа уже переманиваю. Так, давайте дела посмотрим. 14. Должно быть 11, ну, может быть, прокатит. Безопасность. В технический центр проникли иностранные разведчики. Они похитили документы по третьему циклу разработки проекта «Айсберг» и пачку служебных записок на ту же тему. Некоторые из этих документов могут нас раскрыть. Мы отправили гаванца в погоню на помощь. Нам не помешает помощь. Наши поставки меди и платины стали приходить с задержкой. Айсберг нет? Нет. Получается, что вмешивается в нашу логистику. Что кто-то там. Мне казалось, что они у нас в кармане. Переговори, пожалуйста, с кем-нибудь из ионного шторма. Надо, чтобы это дело сдвинулось наконец с мертвой точки. Невозможно работать, когда приходится еще и с подобной чепухой разбираться. Это ведь твоя обязанность — следить за тем, чтобы... поставки шли без накладок. Второй раз просить не буду. С уважением, Вальха. Но здесь эти вот основные завязки, они вроде бы не повторяются. А вот документы могут. Гаванец и ионный шторм. Организован пост наблюдения через дорогу от штаб-квартиры Меркурия 8. В установлено записывающее оборудование. Снегоход не объявится до завтра. С маленькой буквы пишет. Но дела, на записи, где видны уборщики, нет, уборщики — это правда уборщики, удалось узнать. Буду ждать до завтра, но посылка АНБ, видимо, была доставлена в день 2. АНБ. И как я могу вам помочь, мистер, миссис, принц Рыж, мистер Рейган, просто принц Рыж. О, прямо как птичка. Вы же не затягиваете беседу для агентов папарацци? Которые нас подслуживают, подслушивают. Агенты вражеские подслуживают еще как.
Ионный шторм. Здесь тоже ничего. Здесь САС, еще одни. Акционер. Проект «Дом на холме». Уже 7 лет идет. А, вот. Он что, действительно уже 7 лет идет? Мне казалось, агенты, которые расследовали дела за ДИР, у нас все это время были под колпаком. Опять какие-то задиры какие-то. Но они могут не связаны, конечно, эти сейчас документы по факту. Папарацци. Угу. Брауны. В принципе, неонного шторма, ни гавайца я пока не вижу. Вот еще какое-то лицо подозрительное. Меркурий, жирные птицы. Вот, гаванец, шутник. Тут не до шуток, но мы эту тему на свой риск и страх проигнорируем. Мы ошиблись насчет гаванца. Думаю, что и все остальные ошибаются. Это не алчный капиталист, не фашист в бегах, нет-нет. Гаванец мечтатель и визионер, план которого уже близится к завершению, а союзники у него повсюду, от USMC до правых видов. Ага, ага, гаванец, вот он гаванец. Дальше. Шутник. По-моему, что-то такое было. Вот он, шутничок. Ловец жемчуга. Пока отрабатываем эту ветку. Блин, ну а почему она не может быть сверху? Косяк. Дискриминация. Брауны. Брауны вот есть тоже. Здесь уже побольше вариативность. А, кстати, мы уже можем установить связь между этим лицом. Да, елки-палки, они накладываются неправильно. И организации, но нам нужно установить, кто это. Но по факту уже, по идее, это связь есть 100% с ним. А правые виды точно нету здесь пока что. Пока что точно нет. И, кстати, все документы уже вытащил. Акционер. Вот общительный есть. Общительный. Давайте пока что прорабатывать дальше. Почтовая бомба. Почтовая бомба, либо тупиковая ветка, либо здесь ничего нет. Акционер. Вот акционер есть. Дальше ветку разрабатываем. Дом на холме. И, а, кстати, вряд ли мы найдем все, потому что ионный шторм здесь нет такого. То есть еще документы нам в любом случае нужно будет найти. Но давайте лицо хотя бы отработаем, может быть, все нормально будет. Задиры, дом на холме. Но с домом на холме тоже тупичок у нас. Получается, по документикам. А, вот он, подожди, подожди, вот. Мы ж личность уже нашли, чё я туплю. Вот, личность мы нашли. А вот связь с организацией не найдем, потому что у нас ионного шторма 100% нет. То, чтобы указывало бы, что это оно и есть. Точно. У нас этого сейчас нет. Мастерская, центр физической подготовки. Индиго. Тебе все-таки вкалывать нечего. Даже новые препараты. Хотя там были какие-то новые препараты. О, барабан. Ты после обучения будешь обкалываться у нас. Кадьяк. Ну, тебе ничего. Тебе ничего. Обучение еще 15 часов. Так, Сан-Франциско. И Сан-Франциско перебрасываем. Предательниц. Но они вроде бы, как бы, свою работу на карте компании выполняют нормально. В бою предадут. А здесь нормально. Давайте вернемся в центр сейчас. Тут что-то еще можно прокачать. В принципе, вот датчик, например. Хоть и все деньги вбухали, но пусть. Из Вашингтона. Здесь Манагуа. Есть контакт. О! Здесь Майами. Операция. Срыв. Делаем срыв, конечно. Я не хочу играть это.
убийство агента. Ну или информатора, все-таки это одно дело. А вот эти вот левые операции — это другое. Бесполезные. Агента только то, что устранить. Вот, барабан, отлично. Барабанчик. Шикарно. Теперь я тебе могу дать пулемет. Вот этот элитный. У тебя на самом деле и снайперка есть. Я тебе могу ее выдать. Смысла не так много от этой снайперки. А где глушитель? Я же изучал еще глушитель. Только не говорите, что на этот пулемет глушитель поставить нельзя. Или... А, я его, наверное, отдал же. Как раз новый глушитель я отдал. Сейчас проверим, где у нас все глушители. Каскадер, Цезарь, Некроподсечка. У беглеца. Вот раз глушитель. Локи, Буран. А, у некро же. У некро, у беглеца получается сейчас глушитель. А нет, у некро нет глушителя. А, она же сбежала с одним глушителем, точно. Чё я? У меня и так сейчас два глушителя всего лишь. Это ж подружка сбежала с глушителем. Она ж стащила мой глушитель и сейчас не отдала. Подлюка опять такая. Сейчас я ничего не смогу в этом плане сделать. Тогда нужно производить еще один глушитель. Чё делать? Что делать? Глушитель новый производить. Как иначе? Хотя, блин. Получается, если... Ладно, барабан. Тогда сейчас пистолет я менять не буду. Сейчас мы поставим тебе просто пулемет. Здесь, в идеале, я тебе еще могу снайперку воткнуть. Хорошая тема. Но пока глушителя у меня нет на нее... Будешь ходить с пистолетом. Все. На этом и порешали. И теперь тебя отправлю на прокачку. Блокирует Донозол, который чуть ухудшает. Ну, эти два вещества можно прям тебя напичкать. И все. Назначаем. Так, датчик. А ну-ка вернуться в центр, у меня денег нет. В любом случае, и продавать пока смысла не вижу что-то. У нас ворует кто-то что-то. Ячеечка наблюдателя. Вот второй препарат в тебя сейчас еще вколем. Вот замечательно. А, обработка. А что здесь мне пишут, что типа... А, маячок то, что появился. Чтобы узнать, где находится ячейка противника. То есть, в принципе, можно вшить... Ну, за 1000. Да, ну, пофигу. Вообще пофигу максимально. Из Риги. Из Сахалина отправляем. Все, тебя обкололи вовсю. Ну, сиди пока на базе. Пока есть такая возможность, сиди отдыхай. Вот есть глушитель. Теперь мы можем, кстати, переназначить. Сейчас Гавана, иди вот сюда. А, торпеда и мясник отправляются обратно в Мексику. Манагуа, кстати... А, вот Мексика. Нет, подожди, это ж ниже. Это же уже Панамский. Там канал и все такое. Мехико, вот он. Я думаю, что-то не Мехико. Манагуа, это же совсем другой город. Так. Что нам нужно? Нам нужно сейчас идти... Хотя не буду я отдавать, наверное, снайперку. Или дать снайперку тебе барабанчик. Снайперку. Поэффективнее будет, чем пистолет. Она, конечно. Тут кто спорит. И урон больше наносят.
И пробивание брони мы еще тебе дадим. И все будет шикарно. По свойствам они все тебе нужны. Все хорошие. Любитель боли. Ну, ослепляющий лазер, нет-нет, может и пригодится. Конечно, ну... Импант важнее. Усиление ловкач важнее. Здесь у тебя оружие кайфовое мы вкачали. И потом, если что, я сделаю из тебя снайпера и все. Будет жизнь прекрасна. Будет замечательная жизнь. Ждать информацию. Блин, а долго ждем на самом деле? Говорили, что вроде бы недолго осталось ждать. Так, операция сорвана. Отлично. Потенциальный агент самурай. Ух. Какая женщина. Кодовая фраза фонаря сейчас мы обработаем. Есть контакт. Вот фонарь обработан. В Панаму. Из Кабула. И фонаря отпускаем. В принципе, это мы уже проводили такое. Назначаем освобождение тебе. Свалила отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Нет, почему, чтобы я тебя больше не видел? Видел. В следующий раз, когда я тебя увижу, я тебя заберу к себе. Ячеечку, ячеечку. Да, нужно штурмовать ячейку. По факту сейчас нужно штурмовать. Данных ждать мы, наверное, будем долго. Сокол. Фонарь. Вот сокол неизвестно, где он находится. Если, кстати, эти в Мюнхене, то есть фонарь тоже будет в Мюнхене. Вот, еще в Мюнхене будет у нас два агента своих в Мюнхене. Вообще круто. И здесь ячеечка, а ну-ка. Здесь разведка, срыв операции. Просто проводим срыв, и все. У тебя талант, он герой. Снайпер, конечно. Ты тоже вроде неплохой, но срывать будешь операции чаще. Ну что, предлагаю тогда закончить на этом серию. Продолжим следующую со штурма ячейки. Освободим фонаря, освободим всех и будем дальше ждать информации от этого жульпеня. На сегодня же все, друзья мои. До следующего видео. Всем добра!